Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в Watch Dogs. Я, правда, записал... Ладно, сейчас. Ники, да, знаю, уже начали. Почти закончили. Ники Пирс. Где ты там? Я скоро буду. Ах, ты в своем репертуаре, Эйден. Джексон тебя заждался. Приезжай. Мы скучаем. Я тоже. Скоро буду. Прости, Ники, другая линия. До скорого. Ладно, хоть живой. В общем, нужна будет тачка, звони мне, устроим. Барыжит, значит? Предпочитаешь закупаться в модном автосалоне? Парень, что надо, достанет любую машину. Так что, если нужно... Я учту. А что там Морис? Да что с ним случится? Цветет и пахнет. Дам по башке разок, и дело в шляпе. Он нужен живым, Джорди. Ладно, ладно, живым, окей. Непривычный расклад, да? Не по мне, да, но ты платишь, тебе и музыку заказывать. Будет живым. Чеки не пахнут. Да, как я уже начал говорить, я уже пытался записать вторую серию. Многие ребята захотели увидеть продолжение данной игры. В принципе, игра мне тоже понравилась, есть интересные такие моменты, но многие, конечно, говорят, что игра быстро надоедает и однотипно, однообразно. Вот, но посмотрим. Я еще с огромным удовольствием запишу какое-то количество серий, ну а там уже будем смотреть. Если игра вам будет интересна дальше, да, и мне она дальше будет интересна, то мы будем продолжать. Если нет, то свернем этот проект и попробуем что-нибудь другое. Тем более, что там много довольно интересных игр выходит еще. Вот. Я, да, пытался записать уже... начало второй серии, но мои соседи мне не дали нормально позаписывать, а здесь нет нормальной системы сохранений, здесь только автосейвы, поэтому загрузиться я уже не смог, а соседи мои решили заняться ремонтом, очень шумным ремонтом. Ну, я выкладывать эту часть не стал, в принципе, я там ничего полезного не сделал. Попытался выполнить задание, которое нам дали в конце прошлой серии. Ну, такое-то побочные второстепенные задания, нужно искать потенциальных преступников и ну, расследовать, не расследовать, а какие-то, в общем, предотвращать преступления. Но пока что у меня не получилось этого сделать. Ну, ничего, будем дальше смотреть. Так, еще я нашел тут забавную какую-то штуковину такую. Называется City Hotspots. Какие-то места, какие-то горячие места, не знаю. Так, преступление обнаружено. Задать маршрут. Сейчас мы пойдем посмотрим на это преступление. Только вот заглянем вот это вот точечка. Новая точка City Hotspot. Так, нажмите, чтобы отметиться. Получены предметы. Я что-то получил? Разве? Отметиться. Так. Все, я уже отметиться. Нет, все, могу. Получены предметы Paper Gate. 59 минут, да, возможно, можно раз в час отмечаться. И забавная штуковина в том, что... давайте почитаем на карте. Вот, в принципе, подсказочка выходит. С этим приложением вы сможете отметиться в точках City Hotspots. Узнайте о прошлом и настоящем Чикаго. Получайте значки, забирайте подарки или оставляйте подарки другим игрокам. Отметьтесь наибольшее число раз в определенной точке на протяжении 7 дней, чтобы стать ее мэром. Важно, чтобы стать мэром или получить значок, отмечаться нужно не чаще, чем раз в час. Короче, получаем предметы. Собственно, вот здесь мэр Морг. Это какой-то другой игрок. Можно оставить подарки. Можно оставить кому-то деньгу, допустим. Да, вот я тут хочу оставить презент. Кому-то подарок. Кто его заберет, если честно, я без понятия. Но ну, какая-то такая забавная штука. Ну, отмечаться раз в час я, естественно, не стану. Это, ну, как-то, я даже не знаю, не круто. О, давайте мы на мотике поездим. Будет весело, я думаю. Ой-ой. Шустрый он такой. Так, ну и у нас место преступления где-то вот тут недалеко. Ой. Езда, конечно, да, аркадная. Многие жалуются, что
физики в игре нету, езда на машинах. Он где-то унылая. Но, как по мне, то норм. Вполне норм. Я как бы ничего другого и не ожидал от данной игры. Вы спугнули преступника. Вот почему-то именно так и бывает. Всегда. Налом просто какой-то. Ой-ой-ой. Так, я хотел на вышечку вот эту, да, съездить. У нас все-таки, как и во многих, ну, в большинстве игр от Ubisoft, есть вышки. Осталось только придумать, как туда забраться, может быть. Камера нам неинтересна. Ну вот, собственно, вышка есть, а может быть сзади как-то можно. Да, вот сюда, допустим. Нет? Да, нет. Ребятки зажимаются. Строитель тоже. Во время рабочего дня нашел чем заниматься. О, погрузчик можно взломать. Ух ты. Забавно. Так, подъемник. Погрузчик. Контракт у строителя. Задать маршрут. Ну, я даже не знаю. Сейчас, давайте мы... Ага, я, в принципе, уже догадываюсь, как мы можем туда пробраться. Единственное, что я пока не придумал, как мы проберемся... А, нет, в принципе, да, не придумал таки. Там, может, камера где-то была, может, мы сможем там посмотреть. Так, подъемник. Камеры. Никакой не вижу пока что. А, может быть... А, кстати. Кстати. Камера. А ну-ка. Вот эти ребята зажимаются. Мы можем через камеру осмотреться и... так, погрузчик. Этот мы погрузчик опустим. Да, и на него заберемся. Ой, ты кто такой? Арестован за слежку за знаменитостями. Ой, нет, погрузчик остался у меня выделен. Давайте мы его опустим все-таки. Можно взломать и послушать телефонные разговоры жителей. Ну ладно, тут пока ничего интересного нету. Давайте попробуем забраться туда-таки. Вот таким вот образом, да? Оп, оп. Так. Отлично. И все, я вижу, как мы уже заберемся. Довольно интересно. И посмотрим, что нам это даст. Так. Еще одна камера. Что нам не дает эта камера? А, я вижу. Открыть ворота. Да? Да. Так, и разблокировать вышку CTOS. У нас новые места интереса появились. Доступны новые предметы, доступны новые зацепки в расследовании. Награда за развитие вышки. Так. Или это я так вот беру и получаю, да, просто за то, что 5 вышек, чтобы получить машину. Пистолет-пулемет подходит для стрельбы одной рукой. Понятно, это пока что мне не интересно. Расследование. Да, вот это мы просто получаем награды за те или иные действия. Так, ладно, ну правильно. Район разблокирован. Открыть карту мира. Давайте посмотрим, что у нас теперь тут есть интересного. Игра для смартфона.
Ух ты, елки-палки, это прямо Марио какое-то. Обалдеть. Обалдеть. Вот это гонимо. Ну, блин, это забавно, весьма забавно. Так, что у нас? Изготовление устройств, компоненты взрывчатки. Надо будет сходить когда-нибудь. Еще одна игра для смартфона. Стрелялка такая, да? Интересно. Что у нас тут? Медикаменты. Расследование. Так, это... Наперстки игра. Угу, можно ставки делать. Бизнес, предметы, очки опыта. Так, ладно, пока не особо понятно, но в принципе уже у нас появилось больше разных отметок на карте. Так, теперь осталось отсюда вас свалить как-то аккуратненько. А, мы можем же... тут колючая проволока, мы... Так. Или мы можем через колючку просто взять и спуститься. Давайте сейчас спрыгнем, попробуем. Оп, не, нормально спустились. А, можно же, да, опустить его, потом поднять его. Да, вместе с... Оп. Вот, а теперь поехали. И вот мы вышли. Отлично. Так, у нас там какое-то преступление потенциальное было, да? Вот давайте сходим, посмотрим. Тачка такая интересная. Можно включить сигнализацию, но... Я лучше выключу сигнализацию и давайте мы пойдем посмотрим. Как. На машинах, конечно, ездить весьма непривычно. Но надо потренироваться просто-напросто. Так, хорошо, можно смотреть назад с шифтом. Я вспоминаю, чему меня научили. Так, контракт устранителя. Тихо, я паркуюсь. Нажмите F, чтобы спрятаться в машине. Надо прятаться в машине. Наверное, не надо. Давайте мы просто выйдем и начать контракт устранителя. Давайте посмотрим, что это такое. Надо побыстрее искать тачку и валить. Конечно, копы могут привязаться. Так что нужно ехать аккуратно. Заберите нужное транспортное средство. А, так. 80 метров. Музычка пошла такая. Погоня нас ждет, я думаю, да? Ох, тачка хорошая, видимо. Да. Заберите, скройтесь от полиции. Так, пока полиции не видно даже на самом деле. О, все, меня спалили. Полицаи гадские, ладно. Входим. Патрульная машина уже в пути. Входим, оп. Оп, тихонько. О. Я прижму его. Да я тебя прижму. Черт, ранен. Стой, на обочине. Сейчас мы заграждение, да? Оп. Отлично. Посмотрите, как они чудно все разбегаются. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я что-то не туда проехал. Нет, в туалеты я не хочу. Так, куда я еду? Куда? Зачем я сюда еду? Эх, не попал немного. О, смотрите. Класс. Он может скрываться на парковке. Черт, куда он делся? Так, погнали. Почти. О, мы, смотрите, практически оторвались от полицейских. База, объект сбежал. Мы сворачиваемся. Молодцы. Сканирование CTOS запущено. Начинаю поиск. 225 опыта. Так, мне типа сюда нужно... Или что это такое? Что это такое? Что происходит? Я спрячусь, слышу. Подозреваемый обнаружен и помечен. Опа, папандос опять. Так. Вот, вертолет. Вертолет пошел. Так. Тихо, бедная машинка, мне ее уже так жалко.
Ой-ой-ой. Нейтрализовал, так нейтрализовал. И полицейских, и себя тоже. Надо как-то учиться пользоваться заграждениями. Вот, может, так я использовал его? Нет, наверное, не успел. Кликнуть. Так. А как мне от вертолета тут свалить? Вот что меня интересует. Это ж не так-то просто. Тормози, да, да, конечно. Ой-ой-ой, бедная машина. Мне тебя так жалко. Так, поехали, поехали. По встречке, как настоящие пацаны, которые убегают от полиции. О, смотрите, там. Там что-то, кто-то ждал. Но не тут-то было. CTOS не подключено. Машина просто неубиваемая. Это замечательно. Так, блин, да что ж такое? Так, может где-то светофор или еще что-то мы сможем активировать или еще что-нибудь. Да ты. Останови машину и сдавайся. Как они меня обгоняют так? О! Серьезные, ребят, серьезные, конечно. Интересно, могу ли я свалить на другой машине, или мне нужно на этой все время ездить? Отправляем один из телефонов на поиски. А, задание провалено. Автомобиль поврежден. Неужели автомобиль повредили? О, теперь красненькая. У меня теперь точно получится. Точно получится. Так, значит, мы теперь знаем, что делать. Нам нужно сразу выбрать... Ага, или нам сначала не дают, да, никаких точек назначения. Нам просто нужно скрыться от полиции. Отлично. Я уже так вот врезался прямо сразу, сходу. Так, ну от первого наряда полиции мы без проблем смываемся уже, да? Профессионально. Идем на таран. Вот так вот мы берем, так оп, и заграждение. И еще так оп, и еще одно заграждение, и... Так, тихо, тихо, тихо. В туннелях уже искали? Уже искали. Облачные места тут, конечно. Так. О. Хорошо. Сейчас мы выйдем тихонечко. На поиски подозреваемого отправлен патруль. Машина стоит. База. Это Дэвид 725. О, все. Теперь я вижу, куда нам надо ехать. Окей. Начинаю поиск. Теперь погнали со всей возможной скоростью. Во-во-во, не сюда. Куда? Нет. Это уже не первая машина здесь. Так все хорошо начиналось. Так, а ну-ка, смогу ли я... Я, наверное, не смогу выбраться отсюда. А-а-а, ужас. Ужас. Это кошмар. Так, ладно. Давайте мы начать задание заново. Тут понятно, дело гиблое весьма. О, все, красненькая снова машинка. Сейчас мы уделаем. Давайте еще светофоры помогут, может быть, нам. Убит гражданский. Сколько гражданских погибнет здесь?
Я, по-моему, не в Watch Dogs играю, а просто в Кармагеддон какой-то. О, ворота, давай, ворота, открывайтесь и закрывайтесь теперь. Точно так же, нет? Я тут езжу по кругу какого-то такого спального райончика. Ну, смотрите, уже с каждым разом все лучше и лучше. О, давай. Особенно меня веселят кусты. Просто такие лютые кусты. О, давай, закрывайтесь ворота. Наверное, не успели закрыться, я так думаю. Так, куда дорога нас это выведет? А, я знаю, да, знакомые места. Был я тут уже когда-то. Класс. Да ты доедь до меня сначала, рискни. Ой, еще один такой трамплинчик, давайте. Опа! И... Как камень по воде. Нет, он пропал. Возвращаемся. Так, хорошо, все, теперь погнали. Сканирование CDOS запущено. Начинаю поиск. Погнали. О, молодцы, разъезжаются машинки. Давайте на свою полосу хоть выйдем. Блин, вот лучше бы я не ехал бы сюда. Давай, быстрее, отлично. Так, что там, оторвался? О, вроде оторвался, смотрите. О. Давай. О, отлично. Фух, неужели мы достигли места назначения? Так, отлично. Ну, фантастика просто. Всем отрядам, сканирование завершено. Высылаю координаты. Задание выполнено. 3 часа, наверное. Награда за развитие. Открыть шкалу прогресса. Контракты устранителя. Понятно, что это такое. 5 контрактов, чтобы разблокировать навык агрессивный водитель. Окей. Универсальная иномарка популярна среди молодежи. Так, хорошо. Ну и деньжат немного нам подбросили.